Парни, привет! Продолжаем, так сказать, все ставить на свои места в плане Меркьюсиса. Продолжаем просто унижать это поделие дочернего или какого-то там предприятия Цепелинка. Соответственно, мы не можем в этом новом видео тестировать сразу Zixель, Light, еще одна окаменелость, роутер родом, так сказать, со времен Владимира Ильича Ленина. Поэтому мы смотрим имя сети, все так же, как было. Далее мы смотрим сведения об интернете. Пожалуйста, немного конфиденциальной информации, так сказать. Ркателеком. Пожалуйста, Zixель сейчас уже вещает в эфир. То есть он вещает на частоте 2,4. Тем не менее, Тенду это как бы не особо смущает. То есть, несмотря ни на что, Тенда в это время продолжает работать. Еще контрольный замер от Тенда. По такому отношению от Меркьюсиса, видео выкладывается и будет выкладываться, потому что должно быть много. Боли должно быть много, а Меркьюсис теперь должен испытать вместе с Ситилинком. Боли очень много. Пожалуйста, 65 мегабит на закачку. Тенде как бы вообще тупо все равно. Тенду я также вручную не настраивал. Просто переименовал сеть и далее все настройки по умолчанию полетели. Ну и давайте сейчас протестируем этого скромного парня. Мы сейчас в веб-морде Kinetic Light. Полагаю, вы это видите. Сеть у нас называется, сейчас вам покажу, сеть у нас называется Online30. Online30 почему? Правильно. А потому, что этот роутер был подключен к провайдеру Online30. 30 там был изначально 30-мегабитный тариф, потом там тариф был сотка. Роутер до заводских я не сбрасывал. Поэтому сеть называется Online30. Чтобы точно и никто не смущался, не сомневался, пожалуйста, я вам прям с ключом Wi-Fi показываю, все равно код сброшу, это как бы не проблема, ключ сети поменяю. Пожалуйста, Online30, Kinetic Light. Online30 на связи. Итак, тестируем 2,4G. То есть, даже по этим данным, что мы видим? Правильно, мы видим, что скорость, хоть и небольшая, но больше, чем выдает Меркьюсис 2,4G. Это раз. И второй момент мы наблюдаем, что тестирование происходит, скорость держится достаточно стабильно, то есть работа замера скорости достаточно стабильна. Сейчас результат просел в этом тесте. Если у нас на кинетике, на обычном, результаты были плюс, минус, почти что одинаково. Здесь сейчас чуть-чуть просело. То есть второй тест оказался по цифрам ниже, чем первый. Какой можно сделать вывод? В том, что
Нафталинщик, еще один, так сказать, полезные ископаемые, так сказать, не уступает по скорости в 2,4G сети устройству из 2021 года. То есть держится в районе 20 мегабит. Кинетик у нас выдавал около 30 мегабит на закачку. Кинетик Light у нас выдает около 20 мегабит в среднем на закачку. То есть, если как Меркусис предлагал там, в чистополе, в вакуумных условиях, в сферических, протестировать их устройство, так сказать, изолировать его. Сейчас вообще на дачу 28 мегабит. Да? То есть можно таким же макаром тестировать и этих динозавров, где не будет вообще других сетей. И сказать, смотрите, устройство из 2005 года родом или из какого там 6-го. Смотри, какие результаты выдает. В 2021. Ну и давайте, так сказать, прицепом к Kinetic Light тестируем Tendo. Прошу прощения, Merkusys Tendo. Настолько полюбился роутер, жесть. Итак, в противостоянии с Kinetic Light на арену выходит Merkusys MR70X. Пустая, никому не нужная, по большому счету, балалайка. Она не нужна даже Merkusys, они ведь не стали разбираться, в чем дело. Протестируем. 2,4 Гц диапазон. Эко-телеком. Ребятушки, теперь вы понимаете, почему в сравнении с кинетиком в предыдущем видео и сравнение с вы, кстати, вы обратили в правом верхнем углу деление Wi-Fi мощности? Вы обратили на это внимание? Оно прыгнуло, то есть было два деления из трех Wi-Fi, причем мы стоим возле роутера, и они еще будут говорить, что это не брак, что они все проверили. Тот же Экотелеком. Теперь вы понимаете, почему, смотрите, сейчас пинг был 7 миллисекунд. Почему видео называется, как предыдущие, так и это, что Light дал в рот, что обычный кинетик дал в рот. А теперь смотрите скорость на отдачу. В этом замере какая. А какая была только что несколько секунд назад? Правильно, была лучше. Ой, прошу прощения, была хуже. Причем не в сколько раз, в дофига. Вы видели даже в таких, даже такие мамонты, как старые кинетики, пинг показывали 2-3 миллисекунды. Это же выдает 5-7 миллисекунд. А это у нас скорость на закачку. А это у нас скорость на отдачу. То есть, как после заключения Merkusys, так сказать, которые там нарисовали, можно считать, что они его тестировали, что все в порядке, что все работает хорошо. Дело в грязном Wi-Fi эфире. Как это дело в грязном Wi-Fi эфире? То есть эфир грязный исключительно для Merkusys. То есть Merkusys должен работать один, в радиусе 15 километров не должно быть никаких других сетей, никаких вообще радиоизлучений, чтобы он что выдал? Какие результаты, чтобы он выдал? Я просто не могу понять, с чем связана настолько нестабильная работа, даже
на отдачу. То есть вы же сами видите. То на отдачу одна скорость никакая, то уже скорость повыше и существенно выше бывает. На закачку у нас скорость не меняется. То есть на закачку у нас полный трындец. На отдачу тоже работа абсолютно некорректная. Ну абсолютно. Какой мы делаем вывод? Данное видео называется правильно. То есть Kinetic Light делает рот пополам, дал в рот, дал за щеку. И это видео также правильно, 18+. Ну, просто я делаю, все замеряю. В надежде, я вдруг сейчас скорость на дачу как бомбанет. В смысле на закачку, что-то я много оговариваюсь. Наверное, эмоции просто прут. Ну вот как-то так. Устройство 2021 года, которое по версии Меркьюриса было полностью проверено. Под длительной нагрузкой работало, так сказать. Провалы сети у них не наблюдались. Вот. А теперь предлагаю подключиться к 5G сети Меркьюриса. Я же ведь как бы хочу быть объективным, соответственно. Есть? Есть. Хочу, чтобы это все объективно отображалось. Здесь у нас уже пинг 3 миллисекунды. Диапазон 5, Wi-Fi 5. Конечно же, роутер показывает существенно лучше на закачку. То есть я не знаю. Или здесь на закачку 2.4 что-то с модулем, с антеннами, с платой. Непонятно, в чем дело. Но проблема есть. Я не знаю, какие еще видео нужно сделать, чтобы сомнение у публики отпало. Просто снова-таки обратите внимание. 83 мегабита. А сейчас я подключусь. Это не есть мало, но это 100 мегабитный тариф. Сейчас посмотрим, что выдаст стенда в 5-герцовом диапазоне. Чтобы как бы еще раз и еще раз и еще раз снять вопросы какие-то, чтобы было видно, что даже в 5-герцовом диапазоне тенда лучше себя проявляет по скорости на 100 мегабитном тарифе, чем Меркьюрис. 83 было у Меркьюрис, у тенда же 93 мегабита на закачку. То есть на 10 мегабит больше. Это, я полагаю, говорит о чем-то. И я думаю, что это говорит многим о чем-то. Но кроме, конечно же, Меркьюриса, поддержки Меркьюриса. Им это как бы, да, все равно. То есть снова вы видите на закачку 93. Два замера в 5-герцовой сети Tenda 93. И два замера было в 5-герцовой Меркьюриса там 83. Ну, что, ребятушки, пожалуйста. Напишите свои выводы сами. Ничего не хочу больше говорить по этому поводу.